Зачем они убирают волосы с лица? А ты это делаешь? Пушок очень виден на свету, а тональный крем и пудра делают его еще заметнее. Я удаляю волосы на лице с помощью воска и триммера. Наношу пару капель любого косметического масла и потом любой палочкой тоненько наношу воск. У меня воск и воскоплав от бренда Шик. Воск классный, удаляет самые тонкие волоски, удобен для новичков. Воскоплав дорогой, а самое главное хороший воск. Мне кажется, можно купить воск и нагреть его на водяной бане. Добавила теперь побольше масла и прохожусь триммером. Такие лезвия дешевые, их полно на Wildberries и хватает на много месяцев. Я удаляю волосы периодически, жесткими они не становятся и делаю так уже много лет. Так макияж лучше сидит.